Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Историческое событие для Москвы, для москвичей, для московского метрополитена. Вводится первый участок большой кольцевой линии метро. Это одна из самых крупнейших линий метро в мире. Мы сейчас на карте схеме посчитали, что эта станция имеет самый непосредственный прямой подход примерно 10 крупным спортивным объектам ЦСКА. И я рассчитываю, что с вводом в действие этой станции многие москвичи своих детишек еще более охотно повезут в спортивные секции ЦСКА. Историческая справедливость, она восстановлена. В Москве есть и станция метро и «Спартак», и станция метро «Динамо». А теперь появилась станция ЦСКА. Это, конечно, очень здорово. И здорово с практической точки зрения, потому что где бы мы ни играли, будь то «Мегаспорт», будь то УСК, ЦСКА или даже, возможно, ВТБ-арена, у всех этих станций есть метро. И я очень надеюсь, что это нам позволит увеличить количество зрителей на собственных матчах. А так, конечно, испытываю гордость, что у любимого клуба есть теперь представительство и в хорошем смысле под землей. Я иногда путешествую в метро, когда пробки, это удобно. И одна из самых современных станций, которую я видел, и по дизайну, по стилю. Понятно, что выдержаны цвета армейские, красно-синие, но все довольно гармонично. Картины на потолке, фигуры в центре, очень приятно. Первый опыт мой в виде позера, так сказать. Конечно, я не ожидал, что это будет так тяжело, потому что казалось, что прийти, попозировать, постоять и уйти – это так просто, но нужно находиться в одной позе, с поднятой рукой, неподвижно. Но хорошо, ребята были профессионалы, у них имелись всякие поддержки, веревочки, стульчики, тумбочки, которые облегчили мне мое стояние на протяжении 3 часов. И мы видим результат. Очень много нюансов учтено в этой фигуре. Момент прыжка, бросок сверху, форма развивается. Практически все, как в реальной жизни.